Мир змейки. Один день в раю. Руфус, куда подевалась моя любовь? Я везде искал. Я понятия не имею, сэр, но что это за заметки вон там? Дорогой мой, я решил покинуть рай и провести остаток своей жизни в другом месте с твоим братом. Пожалуйста, не пытайся следовать за мной. Ваша мисс принцесса. О, нет! Сэр, тут есть продолжение. Помогите, пожалуйста, спасите меня. Я оставлю после себя заметки, чтобы помочь вам. Твой брат похитил меня из рая. У него в голове какой-то дьявольский план. О, нет! Нам нужно будет спасти ее. Руфус, приготовься. Да, сэр. Уровень называется «Путешествие начинается». Мой дорогой, мой любимый, ешь грибы, чтобы иметь возможность преодолевать препятствия. Улитка заставляет вас двигаться медленнее. Ключ открывает двери на следующий уровень. К счастью, я нашла этот клочок бумаги, так что я могу вам помочь. Ваша мисс принцесса. Мой брат, злой близнец, куда ты ее увел? Значит, ты все-таки решил последовать за ней? Разве ты не читал ее письма? Ее письмо. Да, я это сделал. Все это, ты заставил ее написать это. Ты забрал ее против ее воли. Она выбрала меня. Новый мир будет создан со мной, а не с вами. Никогда. Тогда познакомься с моим первым воплощением, мистером Хвостом Рока, злейшим врагом змей. Приготовься к битве. Как ты меня победил? У тебя есть сила, которой я не понимаю. Что это? Это мой секрет. Теперь отпусти ее на свободу. В твоих мечтах, и это моя мечта, я сбегу в свой следующий мир. И ты никогда не найдешь ее. Мастерс, разве мы не должны вернуться домой? Змея, за которую я играю, зовут Мастерс. Руфус, мы не можем оставить ее. Нам придется спасать ее. Куда бы нас ни привело нас наше путешествие. Да. А, ты прав. Следующий уровень называется «Морское побережье». Моя любовь, здесь, в Коралловом рифе, вы найдете сумку полных звезд, которые вам помогут. Также обратите внимание на мегазвезды. Они заставят вас мгновенно расти. Если вы читаете это, значит, вы прошли через лес. Ваша мисс принцесса. Вы настойчивы, не так ли? Спрашивает злой брат. Этот персонаж мы только недавно узнали. Мастерс его зовут.
этот змей, за которого мы играем, Мастерс. Он говорит: какое зло слилось в тебя, злой близнец. Это злой брат-близнец. Я играю за Мастерза, а друг Мастерза – это Руфус. Ну, еще раз прочитаю, чтобы понятно было. Мастерс говорит: какое зло вселилось в тебя, злой близнец. У тебя всегда было все, злой близнец говорит. Мисс Принцесса, Руфус. Но я выбрал темные силы магии, и мир будет моим. Мастерс говорит, за которого я играю: прекратите всю эту чушь. Пойдемте с нами домой, пока все не стало еще хуже. Злой брат-близнец говорит: никогда. Приготовьтесь встретиться с пожирателем глубин. Ты не сделаешь ни шагу дальше. Так. И снова у тебя есть странная сила, которую я не видел своими глазами. Я убегу к своему последнему, но не преодолимому замку. Если вы еще следуете за мной, приготовьтесь к неприятному сюрпризу. Я наложил мерзкое заклятие на... На кого он наложил мерзкое заклятие? Ну вот, говорит злой брат-близнец Мастерза. Я наложил мерзкое заклятие на... Это Руфус. Это становится слишком опасным. Может быть, нам стоит просто вернуться? После того, ну, Мастерс говорит, за которую я играю. После того, как мы зашли так далеко, чтобы сказать все домой, мы должны закончить, Руфус. Ты снова прав, сир, сэр, говорит Руфус. Продолжаем игру. Уровень тундра. Написано. Так. Мой самый дорогой, следите за прорастающими ледяными глыбами, поскольку они атакуют земли, когда меньше всего ожидаешь. Вы найдете здесь также древние предметы силы, выполненные в форме громов, которые могут разбить почти все на своем пути. Но будьте осторожны. Их используйте осторожно. Ваша мисс принцесса. Руфус, что ты делаешь? Спрашивает моя змейка, за которую я играю, Мастерс. Руфус говорит: извините, сэр, я ничего не могу с собой поделать. Я могучий и могущественный, говорит Руфус с красными глазами. Злая версия Руфуса. Мастерс, за которую я играю. Не будь глупым. Мы должны спасти ее. Руфус, я не хочу с тобой драться. Злая версия Руфуса говорит: приготовься к битве. Я одолею тебя.
Мастерс, ну, за которую я играю Змейка, говорит: «Руфус», спрашивает, «ты не оставляешь мне выбора?» Мастерс говорит: «Руфус, Руфус, все хорошо?» Руфус говорит: «Ты освободил меня, я так благодарен». Мастерс: «Замечательно». Мастерс также говорит: «Так что теперь, Руфус, приготовься войти в подземный мир». Руфус отвечает: «Нет, я не могу войти в такое ужасное место. Я думаю, что для меня лучше вернуться». Мастерс: «Не могу винить тебя, мой друг. Я войду в подземный мир один, чтобы спасти ее». Здесь написано: «Возлюбленный, это моя последняя записка. Силы злобного близнеца настолько сильны, что в этой стране существуют дикие телепорты. Или телепорты. Путешествие по ним может ускорить ваше путешествие и даже привести вас в недоступные места, но они часто охраняются огненными духами злых близнецов. Избегайте луж лавы», написано. «Избегайте луж лавы. Ваша мисс принцесса. Уровень крепости». Злой брат-близнец Мастерса говорит: «Она предала меня. Она посылала тебе письма всю дорогу, ведя тебя сюда». Мастерс говорит, ну, за которую я играю, Змейка: «Нет, ты предал всех нас, украв ее». Смеется, видимо, здесь. «Ты ошибаешься», говорит злой брат-близнец. «Она хочет создать новый мир со мной, когда настанет момент. И это очень скоро. Ты не получишь ее. Ха-ха-ха-ха». Мастерс, за которого я играю, говорит: «Я говорю нет. Ты лжешь. Я говорю, нет, ты лжешь. Я не позволю этому случиться. Это было бы гибелью всех нас. Приготовься сразиться со мной». Злой брат-близнец говорит: «Ты против меня? Ха-ха-ха, ты не должен этого делать, брат мой. Но если это то, чего ты хочешь, приготовься сражаться». Злой брат-близнец говорит: «Ты победил все мои воплощения и моего помощника. И меня. Как это возможно? В чем твоя магия?
Мастер, за которого я играю, говорит: эта любовь привязанность к мисс принцессе, а ее ко мне. Никто не может победить в этом. Злой брат-близнец. Так что, она будет у тебя? Мне жаль, брат. Я ничего не могу с собой поделать. Я просто был слишком ревнив, но теперь я вылечился. Говорит Мастерс, герой наш. Так что возвращайся домой с нами. Злой брат-близнец. Да, с тобой, Руфус, мисс принцесс. Драгоценная мисс принцесс. Я буду драгоценная принцесса. О, брат. О, брат. Брат был неожидан для Мастерса, что он так заговорит. Злой брат-близнец. Я буду. Нет, я этого не допущу. Мир будет моим. Мастерс. Нет. Вот. Преступный мир. Нет, ваш преступный мир. Нет, твой преступный мир рушится. Потому что мы так упорно боролись. Мы должны уходить сейчас же. Злой брат-близнец. Нет. Я останусь в своем подземном мире. Мастерс. Уходи, пока не стало слишком поздно. Злой брат-близнец. Позволь мне просто захватить свою корону с собой. Мастерс. Нет, нам нужно идти сейчас же. Новая картинка. Так, это Мастерс говорит. Мисс принцесса. Принцесса. О, как я рада тебя видеть. Спасибо тебе за то, что спас меня. Мастерс. Но мой брат, мне нужно вернуться. Мисс принцесса. Уже слишком поздно. Это был его выбор. Мисс принцесса. Но теперь нам нужно вернуться домой. Я так благодарна, что ты спас меня. Как я смогу отблагодарить тебя в достаточной мере? Мастерс, у меня есть кое-что на примете. Принцесса, мисс принцесса. Звучит заманчиво. Мастерс. Хорошо.